В Москве в Музее Советской Армии проходит выставка художника с мировым именем Павла Рыженко. Вниманию посетителей представлено более 60 полотен, которые отражают духовный путь России, пролегающий через разные эпохи и исторические события нашей страны. Погрузиться в творчество талантливого живописца получилось и у нашего корреспондента Светланы Соколовой. Искусствоведы считают Павла Викторовича одним из самых талантливых выпускников Российской академии живописи. Он пишет в стиле классического реализма. В его работах очень размеренно и грамотно соединена художественная живописная выразительность с исторической темой, которая пробуждает стремление сделать себя лучше и задуматься о духовных ценностях. Прежде всего потому, что эта выставка сделана для современного русского человека, чтобы напомнить ему о масштабе его личности, о том, что он является наследником великого русского народа, о том, что тот самый великий русский народ в свое время создал могучую христианскую империю, свободную, максимально свободную от греха, где Церковь Божия находилась на подобающем ей месте. На выставке современный зритель забывает на какое-то время о существовании интернет-пространства, артхаусов, блогов. Ведь процесс поиска происходит наиболее активно в молодые годы. И очень важно в этот момент найти для себя духовно-нравственные ориентиры, которые могут оказать важное влияние на выбор дальнейшего жизненного пути. Глубокий символизм и то, что это не... они как бы ценны не только своим художественной ценностью, то, что это... такие высокие именно в художественном плане работы, а то, что каждая картина – это именно идея, это мысль. То есть она заставляет человека задуматься о чем-то, что-то понять, что-то осознать, получить какой-то ответ. Мне кажется, это самое главное. Любой современный молодой человек, он находится в поиске. И как человек, находящийся в поиске, нашел информацию об этой выставке и решил прийти познакомиться с творчеством художника и оказался очень восхищен его работами. На этой выставке представлено новое произведение автора «Триптих реквием». Это картина о двух братьях, которых разделила революция на стыке двух исторических эпох. Художник предлагает людям через эту работу еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа. Сейчас художники такого возраста стараются как-то экспериментировать, искать какие-то новые формы. Вот. А в данном случае автор соединил два таких изумительных качества, как такую классическую академическую живопись с исторической темой. Это очень редкое явление. Каждый день мы делаем моральный выбор. Верующий во Христа, неверующий человек делают свой выбор по-разному. Павел Рыженко открывает для нас путь истинного познания через свое творчество и помогает осознать, насколько велико значение духовного возрастания через историю своего народа.